Мир вам от Господа Бога и Спасова нашего Иисуса Христа. Со святым праздником, собор 12 апостолов. Братья и сестры, хотелось бы затронуть тему лжи в мелочах. Сейчас вам объясню. Бывают такие моменты мелочных в жизни, очень-очень-очень много, и мы их порой не замечаем. И когда человек, идя на исповедь, исповедуется в грехах своих, а вот эти мелочи, и не думает, что это есть грех, и они остаются большим грузом неисповедованы. Это как по крупице. Человек идет, раз, камушек легкий попался, он настолько легенький, а за спиной рюкзак, он камушек раз в рюкзачок и закинул. Идет снова камушек легкий, раз в рюкзак, потом снова, 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 и потом накапливается большой груз. И человеку становится тяжело идти. И вот этот большой груз потом может утащить вас вниз, на мытарствах, туда, куда бы не хотелось, чтобы ваши души были утащены врагом. Ибо любую мелочь, любую халатность враг записывает себе в хартию. А эту халатность порой мы даже не замечаем. Бывают такие в жизни моменты, их очень много. Например, вас ждет человек. Вы договорились о встрече. А вы еще пока что дома, там с делами какими-то ну, завозились. Вот, но вы торопитесь навстречу. И человек ждет, а вас все нету. И он вам звонит, этот человек. Либо смс-ку пишет, ты где? Ну, а мы машинально в торопях пишем, все, я уже иду. Но мы в этот момент, мы не идем, а находимся на пути к выходу. Мы можем в этот момент быть в доме, либо в коридорчике, либо во дворе. Но мы еще в этот момент не идем. А враг запишет этот грех в хартию, как ложь, то, что вы сказали, то, что мы идем, но на самом деле мы не идем. Либо, например, зашла маленькая тучка, солнце светит, и совсем-совсем чуть-чуть брызнул дождик. Его еще называют слепой дождь. А в соседнем поселке большая туча, и там прошел ливень. И вот знакомый наш, близкий человек из соседнего поселка нам звонит, либо при встрече встретились, и спрашивает, а у вас дождь был? А мы скажем, нет, не было, уже идет ложь. И уже враг запишет это в хартию как ложь. Пускай маленькая тучка, пускай солнце светило, и дождик хоть чуть-чуть, но он брызнул, но по факту он был. А если мы скажем, не было, уже идет как вранье, и эту мелочь враг опять себе пишет свою хартию. Как говорится, в копилочку грехов наших вот этих мелочных, которые за всю жизнь у нас скапливаются, очень много. Поэтому, братья и сестры, будьте предельно аккуратны и осторожны. Либо, например, человек выходит из подъезда своего, и тут же мы разговариваем по телефону, и он говорит, допустим, я уже в маршрутку сел, еду. Вот. А на самом деле, может быть, в подъезде. И уже враг запишет снова как вранье, хотя он вышел с подъезда, вот она уже маршрутка стоит. Поэтому во всем держите внимательность. Помоги, Господи, с Богом. А меня простите, если что не так.